Амелия, а ну быстро иди сюда! А? Что, папочка? Что за беспорядок ты тут устроила? А ну быстро приберись! А это я не могу. Что? Это еще почему? Кажется, я заболела. Доченька, что с тобой? Что у тебя болит? Все. Наверное, у тебя жар. Амелия, подожди секундочку. Так, полежи вот так 5 минут, а я скоро приду. Хорошо. Давай, лежи, лежи. Ушел. Ну что, как там у тебя дела? Ну что, что там наш градусник показывает? 40 градусов! О-оу, кажется, я немного перестаралась. Так, лежи здесь, я скоро вернусь. Ну вот. Пап, тебе, наверное, показалось. Температура в доме, вот. Ну, жара нет. Наверное, ты права. Ты пока полежи здесь и отдохни хорошенько. А я тебе включу твои любимые мультики, окей? Вов, вот это круто. Так, мультики есть. А если тебе что-то понадобится, ты позвони в этот колокольчик. Да, хорошо. Вот это смешно. А, она смешная. Что случилось? Да. Может, тогда поиграешь со своими куклами? О, точно! Привет, Кэт, привет, Барби. Может, пойдем в кафе? О, хорошо. Так, у меня заказали чай и кексики. Чай. Ваш заказ готов. А теперь вам пора спать. Надоело. Дочка, что случилось? Мне скучно играть с этими куклами. Ну хорошо, я куплю тебе новых игрушек. Каких ты хочешь? Вот эти хочу. Ого! Тебе все вот это нужно? Ну да, ты уже хочешь, чтобы я скорее выздоровела. Ну хорошо, подожди минутку. Да, да, вот это надо игрушка. А еще вот это. И вот это. И вот это еще. Лола надо купить. Динозавра. Обруч. Круг. Ну что там, пап? Ну все, скоро привезу. Ох, кто-то пришел, пап, где открой? Амелия, это, наверное, игрушки привезли. О, ну вот, привезли все, да. Вау! Ну, я пошел, а ты, если что, звони. Ага. Так, Фэтсу, еще раз Фэтсу, малышки мол, еще малышки мол, Фэтсу, Фэтсу. Малышки. О, пошли да и котята. Пупси слайм. Вот такой вот новый. Пупси слайм. Ну, а теперь начну открывать. Так, начну с этого. Вау!
елку мне попалось такие красивые волосики. Что-то я проголодалась. А, доченька, что случилось? Я хочу кушать. Ну хорошо, пойдем, я приготовлю тебе обед. Что, у тебя что-то болит? Кажется, я не могу ступить на ногу. Ну ничего страшного, я тебя отнесу. Тяжелый. Вот, садись. Садись вот так вот. Так. Вот, кушай. Папа, ты будешь мне покормить? Что-то я совсем без сил. Да, да, конечно. Давай сюда ложечку. Вот так вот. Открывай. Давай, жуй, жуй. Открывай. Последняя. Спасибо, было очень вкусно. Ну все, я пошла. Ой. Как же я буду ходить по дому? Я же не могу целый день сидеть на одном месте. О, кажется, я знаю, что нужно делать. Подожди минутку. Алло, да, привезите самую большую, такую с колесиками, там вообще просто ракету привезите, для девочки, конечно, да, давайте, скорее. Пап, кажется, кто-то пришел. О, вот видишь, как быстро. Нравится? Ага. Теперь ты точно не будешь сидеть на одном месте. О, садись на свой автомобиль. Ух ты, у меня еще не было своей машинки. Вау, едем! Теперь лечить. А что, если конфетами? Что? Конфетами? Ну да, ты ведь хочешь, чтобы я поскорее выздоровела. Конечно. Подожди минуточку. Так, конфетки. Вот, конфеты. Я хочу еще. Сейчас. Вот. Пап, я хочу много сладостей. Ладно, уговорила. Сейчас принесу. Вот. Ого, класс, спасибо, пап. Ну ты кушай, а я буду на кухне. Если что, ты звони звоночек, хорошо? Ага. Мишка, хочешь еще конфету? Ешь, пока папа разрешает, потому что я не могу притворяться, что я постоянно болею. Ах, вот оно что. Ну хорошо, сейчас. А что тут еще за конфеты? Ого, пачка конфеток. Ну что, Амелька, тебе уже лучше? Ага. Девушка, да. Слушай, я за тебя очень волнуюсь, поэтому я позвонил доктору, и сейчас он приедет с лекарствами. А, да.
Мухтар. Ну да, он приедет, полечит тебя, и жар спадет, и ногу полечит, и горло. Папа, не надо, пожалуйста. Ну как же не надо, у тебя же все болит. Папа, у меня ничего не болит, я пошутила. Вот у меня, я уже хорошо разговариваю, нога даже не болит. Вот хожу, бегаю, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что? Как это пошутила? Папочка, прости меня, пожалуйста, я больше так не буду. Никогда и никогда не буду шутить. Ладно, на этот раз я тебя прощаю. Только в гостиной тебе все равно придется убирать, иначе доктору позвоню. Конечно, сейчас я уберу. Давай, убирай.